Здорово всем, дорогие друзья. В общем, ходил я по лесу, гулял тут и обнаружил очень нелицеприятное зрелище. В общем, здесь вот люди вырубают леса. Леса, видите, там вот пеньки лежат. Ну, близко подходить я не буду, потому что могу дать, ну, пизды. В общем, вот такая хуйня, как видите, это лес, там горы. И здесь очень много деревьев. А деревья, как понимаете, не дешевые, не дешевая вот такая хуйня. И люди вот, я не знаю, как браконьеры или там, хуй знает, начали вырубать леса. Естественно, я, ну, понял, что нужно это остановить, нужно это остановить. Сейчас я решил, что пора с этим закончить, А хотя, ну, я, ну, подумал, ну, посмотрите, с левой стороны леса, с правой стороны леса. Ну, по сути, деревья здесь дохуя, так что ничего не будет. Ну, бля, ну, нечем там людям, ну, печку затопить, ну, подумаешь. Я думаю, здесь деревья хватит на всех. Так что, ну, не будем зачем ссориться с людьми. Хикан добрый человек, так что пусть вырубают себе на здоровье. В общем, если вам понравилось видео, как Хикан новый присек незаконную попытку вырубки деревьев, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до встречи в новых видео.